И добрый день! Сегодня мы расскажем вам о тех играх, которые мы играем с Яшей, настольных играх. В игры мы играем с Яшей раз в неделю, это занесено у нас в расписание. Если в расписании нету пункта настольные игры, то в игры Яша не соглашается играть. Но когда оно в расписании, он делает это с удовольствием. Есть несколько видов игр, в которые Яша может играть и в которые ему интересно. Первый вид – это что-то собирать по шаблону. Да, что-то собирать по картинке. Нужно собрать свою картинку. Вот первая игра у нас – это от Smart Games. Очень известная игрушка. Очень много похожих аналогов. Вот здесь есть такая книжка. Нужно выбрать... Я выбираю Яше какой-то рисунок. И он собирает по рисунку. И дальше он сам докладывает недостающие части. Пожалуйста. Яш, давай шмунай отсюда. Шмунай отсюда. Так. Правильно, молодец. Дальше следующая игра. Следующая игра похожая, но немножко другая. Здесь нужно выкладывать узор. Каждый раз узор разный. Я выбираю Яше картинку, и он ее должен сложить из вот таких вот очень статичных кубиков. Яша складывает картинку. Вот картинка. Я выбрала сегодня такую. Вот, Яша ее складывает. Игра очень интересная. Здесь карточки есть двусторонние. С одной стороны картинка разбита по пикселям. И очень хорошо видно, какой кубик положить. С другой стороны, она не разбита и сложнее намного подобрать кубик правильный. Мы пока на той стороне, где разбито по пикселям. Мы пока эту сторону еще не можем собрать. Но все впереди. Это не так просто, как кажется. Вот. Чи-чи-чи. Это узор, который я собрал. Следующая игра у нас очень интересная. Это новая для нас игра. Игра называется «Цветовой код», тоже от компании Smart Games. Очень интересно, нужно по картинке собирать. Под цветовым картинкам собирать другую картинку. Смотри, я показываю Яше картинку. Он ее собирает. Давай, не очень сложно, да, Яш? Это мы делали в прошлый раз. Давай попробуем вот эту. Кое-кого, вот, молодец. Так что две игры на изучение русского языка, изучение букв. Это игра «Банда умников», очень хорошая. Мы с Яшей выучили по этой игре все буквы. Да, но Яша может играть определенным образом. То есть мы играем в то, что на игре называется «Мишат и Зикарон». Да, мы раскладываем все буквы. Да, и Яша потом находит пару. Поехали. Яша, какая буква? П. Пока Яша ищет букву, я ищу ему на эту букву животное. Или картинку. Яков, посмотри. Пей. Пей. П. П. Яша, П. П. Пей. Слон. Ч. Еще раз, Яш. Ч. Слон. Яшенька. О! Ч. Слон. Яков Мизе. Кто это? Яша, кто это? Яков. Ч. Яков, кто это? Ч. Слон. Ура. Это еще одна игра на изучение русского языка. Это здесь мы учим
слова как структуры. Полные слова из трех букв. Яша, дай мне, пожалуйста, слово дом. 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 Покажи. Правильно. Покажи. Яша, еще раз. Это какая буква? Ты. Дом. О. Дом. О. М. Дом. Последняя игра. Это игра. Яша ее тоже очень любит. Возможно, вы тоже помните эту игру из своего детства. И поехали. И поехали. Теперь нужно вертеть. Браво! Скажи пока. Это первая часть обзора настольных игр, в которые мы играем с Яшей. Соответственно, будет еще вторая часть. Игры помогают нам лучше понять друг друга, взаимодействовать, проводить время вместе, общаться. Нам будет очень приятно, если наш обзор вам поможет найти те игры, в которые вы будете играть. До свидания!